очередная рыбалка. Приехали на весеннюю рыбалку на рипуса. Седьмой насосный, четвертый. Давно не был на рыбалку, уже больше месяца, наверное. Домашние дела. Не получалось приехать. Знакомый позвонил. Предложил поехать. Вот решил приехать. Попробовать еще раз, попытаться счастье поймать эту прекрасную рыбу. С другом проехал, он сейчас пошел жерельцы ставить на судака попробовать. Когда там рядом проезжали, там видели, жерельцы стоят, сработаны. Может, думаю, судак на ночь поставить, попробуем, может, клюнет. Время уже где-то 600 час вечера уже. Пару поклевок уже было, сейчас закормили. Где-то полчаса назад только закинули удочку. Сегодня с другом буду ловить в одной палатке. Палатка у нас Нигер 4 лонг. По краям 2 лунки будем сидеть. Глубина где-то 23 метра. Насадка мотыль, 5 крючков, крилленда. Расстояние 60 сантиметров. Крючок номер 12. Овнер красный. Что больше вам рассказать? Кормил мотылем кормовой и мормуш вареный, перемолотый. Вот у нас два корма. Лампочку уже спустил. Где-то на 2 метра. Лампочка 10 ватт. Светит белый, не теплый свет, а белый свет у меня. Так, пока что там будешь рассказать. Вроде бы все. Потом по ходу буду рассказывать, на какой глубине, как. Сейчас почему-то начнем. Палатки тепло. Теплообменник. Включим. Приобрел себе композитный баллон, наконец-то, мечтал сколько, 18-литровый. Вот так у нас стол здесь, будем кушать, тут напарника, у него это лунка последняя там, в краю. А вот это мое место, спальник и раскладушку ничего не брали, спать не будем, всю ночь ловить будем. Это мое место, тут барахла здесь. Палатка большая, конечно, хорошо, удобно. Места много хватает. Так, мы до завтра где-то до обеда, наверное, будем рыбачить. Ночь, короче, у нас. Отрыбачим, посмотрим. Надеюсь, рипс подойдет. Увидим шикарные поклевки, красивые. Все, будьте с нами. Давайте лучше. Погнали. Вот и наконец-то первая поклевка. Время ровно 7. У нас первая поклевка. Со дна взяла. Рыска какой-то рыбе едет. Я ктосн, с починой. Первый рыпс. Брать жрет. Вон деревос. Брать жрет. Рыпс. Рыпс. А ктосн. Ага, ктосн. Начало есть. Угу. Хороший рыбус. Стандарт.
Наконец-то у меня поклевка. Берется дна. Наконец-то долгожданный рипус. Починай меня, ребята. Полтора месяца уже не держал эту рыбу. Вторая поклевка сразу через 2-3 минуты. На игру. На тот же четвертый крючок. Лайк ставьте, ребята, лайк. Профессионал. У меня тоже поклевка, но нужно. Не засекся. Вот, ребята. Рипус. Поклевывает уже, начинает потихоньку, более-менее клевать. Вот такая рыба на глубине 23 метра. Примерно такой глубине она ловится сейчас. Долгожданный. Еще поклевка. Потихоньку начинает клевать. На четвертый крючок. Ага. Время уже 12-17 часов. Второй крючок. Поклевки слабые, конечно, сейчас. Ну, клюет хоть чуть-чуть, потихоньку. Грех залов целиком.
ловим на мотыля. Один мотыль. Гирлянда 5 крючков. Четыре грамма груз. Пока вот столько. Тут тоже покрывка. Трофей десятка. Утромен она говорит, рыбак паркет упал. Жилетка чистая. Жилетка чистая. Шкуркин вы жильми, шровы. Жильга карса, айда хрупкат. Мотормен. И секрет лучше, тогда не дай рыбаку кайфа. Да. Кайфа надо, по-моему, брак кутер пиказон, да? Я толку мен лақтырып жүрмін. Шығып кеткен ғой. Со біреуі аман қалды, біреуі қайтыс болды. Аха. Шаршаған жарты сағат жүріпті, жарты сағат деп. Ол деді бірақ сусық болды ғой, иә. Аха, күзді күні. Күзді күні ойын па ойын? Ау, күзді күні. Очередная поклевка еще. Вверх у нее крючок взял. Приспособ вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть палаток. Вот такой рипсовый городок небольшой. А, один свет потушенный, походу спят уже. Увидимся в палатке. Все, 8 часов утра. У нас там дальняя зерна сработка. Сейчас посмотрим. Интересно. Ну это моего друга зерна. Он не хочет. Мне интересно, я говорю, да я пойду, я скажу. Интересно, что там. Сработал. Ой, надо вот черпак взять. Черпак. Вот она жерца. Возле берега. Ну где-то 6-7 метров здесь. Где начинать? Что за зверь тут? Никогда на жерлице здесь не ловили. Для интереса просто.
поставить. Небольшая что-то. Что-то небольшая. Что-то небольшая сидит. Окунь, наверное, скорее всего. Если такая рыба есть. Да? Угадал точно окунь. Окунь попался. Дальше сработать нету. Еще немножко посидим, посмотрим. Все, давайте увидимся в палатке. Дальше рыбачить на рыбу. Пока клюет он. Еще поклевка у нас вот. Теперь мы в палатке. Судака не поймали. Окунь. Полосатый разбойник. У нас и поклевки еще, поклевка. Сенок. Кто это там? Рыбус. Рыбус, рыбус. А утром тоже, оказывается, клюет неплохо. Такой рыбус. Клевка в прямом эфире у нас. Это хорошо. У нас дуплет еще был. Но на камеру не успел снять. Опа, вот она. Рыбус. Утренний рыбус. Надо попробовать ее закоптить. Как-то не пробовал. Или засолить. Что-то надо сделать с нее. Пока не знаем. Пока ловим. Вот это лайк, ребята, заслужит лайк.
ауа райы да күшті болып тұр ғой мына. Аллаға шүкір. Поклевка прямой эфир. Тоже захочет, что тяжело идет. Самый нижний крючок взял. Я второй раз, по-моему, такой. Редко на нижний крючок, самый нижний крючок берет. На месте. Пускаем дальше. Проводим поводки обязательно. Все четко, идеально. Походу рыба сидит там. Да, рыба сидит. На отпускании рыба сидит уж. Пока 23 метра упадет кирлянда, а там уже рыба. Сошел, да, походу. Ну, синька, синька, ты так вот так-то. Я сюда бежит, не колено. А это не рыба, оказывается, запутали друг друга. Походу рыба запутала нас. Хитрая какая-то рыба попалась. Я вам покажу сейчас.
повезло, нормально. Менде балық отыр ма, сенде балық отыр ма? Білмеймін, әйтеуір менде поклев түспей қойды ғой. Оказывается, мы друг друга поймали на ней рыбу. Такое даже бывает. Эта рыба стопудово запутала. Гирлянда сама по себе не пойдет. Пока отпускался, рыба этот в сторону тащила и запутала нас. Хитрая какая-то рыба. Селедка. Ряпушка или какую называется? Припустят. Да у Лервоса я так сказал. Пригела остальная? Поклевка в прямом эфире, Дима. Долгожданный. Долго играет. Долго играл, замучил его. Только на игру хочет, просто так не хочет играть. Так что кто хочет ловить хорошо удочку, в руке держите постоянно. Настоящую вы мало что поймаете. Таких будете ловить. Мотыль плохой нам попался. Когда брал, вроде бы хороший был. Пришел что-то не очень. В следующий раз будем смотреть. Выбирать. В прошлый раз тоже так же было. Плохой мотыль попался. А берут за хороший, как мотыль. Деньги. Второй крючок. Ребята. Ты, блядь. На отпускание. Я пока отпускаю, думаю, что не отпускается. А там рыба сидит, оказывается. Второй дуплет у меня. Она запутала. Снова вот так. Снова походу. О, сидит. Второй раз сразу же. Блин, это не поверю.
Даже не это, уже не могу опустить второй раз, третий раз, по-моему, даже. Конкретно. Двое еще дуплять еще второй. Да, сразу. Второй раз, сразу же. Это уже третий раз дуплет, да? Да, вот сыр уже отхода. Я, ну смотри там. Ага. Вообще дуплет три раза. Дуплет три раза, да? Да. Вот рыбалка, ребят. Вот желаю, чтобы у вас тоже такая рыбалка была. Шикарная рыбалка это получилась, ребята, действительно. Сколько уже, полтора месяца, по-моему, уже на рыбалке не было. И тут такое оторваться. Прямо как будто ждал меня эта рыба. Третий раз не хочет ничего. Мы не расстраиваемся. Самое главное, что пришел. А я так ждал, да? Мирам поется. Ищем рыбалка. Ты не пришел на новогодний бал. А рыболовный бал, да? Говорит, на рыболовный бал. Мирам потратил. Молодец, Мирам, ищем рыбалка. Красавчик. Ушел, да? Аманжол. Еще не опустил, уже рыба сидит. И вот так подсекаешь просто, даже не надо обратно вытаскивать просто. Удочки не надо, просто можно гирлянду на руки этот палец привязать. Всем желаю такую рыбалку, чтобы оторвались. Дуплет, вот так, чтоб сходу сразу клевал. Лифтер, да, по-моему, как их называют? Лифтеры, да, по-моему? Безрасходный был тут. Корм добавил, мол, на дед. Кувал деп сюда скоро. Артық болған жақсы, чем жетпей ғаны, не? Посмотрите, у нее глаза какие красивые. Поводки обязательно подправляйте, смотрите, чтобы ничего не запуталось, все четко, чтобы. И вот так крючок вешаем, отправляем, хорошо. Поводки. Вот так. Почему подправляйте, смотрите. Так. Все, вышли палатки.
Насад у нас один загар. Надеюсь, все так. С правой стороны сходит. На мелком участке сработать, ближе к берегу. Все, окунь уже, да, тостики? Окунь, да. Да, посмотрим. Погода шикарная. Сегодня какой? 21 марта, да? 21 марта 2004 год. Читерты, погода вот такая. Настроение вот так. И палатки клюет, и на улице клюет. Так, это у нас вторая сработка. Первый был окунь у нас. У нас там сработал, да? Сейчас посмотрим, включимся вот здесь жерлице. Так, вот она сработана жерлица. Не полный размах. Освободили окуня, или как, заглотил, вроде бы нормально, жабру ничего не повредил. Все, сейчас зарядим, и иди на псисалсма. Ау. А псисалсма. Все, пойдем дальше в палатку. Ну что, друзья, пора собираться домой. Отлично, прямо шикарно отрыбачились, довольны, прямо отдохнули, и рыба, поклевка, все, и погода, все вообще четко было сегодня, вообще прошел день хороший, рыба клевала, дуплетами было. Все отлично, отдохнули. Сейчас друг пошел собирать зерцы свои. Сейчас уже сейчас через пару часов, наверное, через час, наверное, уже будем собираться домой. Дорога еще где-то 270 километров еще ехать до Караганды. Что сказать? Рыбачил на свою фирменную удочку. Гирлянда, 5 крючков. По 60 сантиметров расстояние, поводок где-то 5 сантиметров, крючок номер 12, овнер красный, насадка мотыль, корм тоже мотыль, и бармаш вареный, сваренный в блендере, где-то 3 стакана бармаша использовали для двоих, и 4 мотыля
замороженные пластины есть же. Там за глаза хватило корма. Вот рыбачили в основном со дна, где-то от 1 до 5 метров поднимались, вот в этом районе ловили. Вверх почему-то рыба не хотела сегодня подниматься. Сверху мало было клев. В основном снизу вся рыба брала. Вот такая рыбалка получилась. Рыбалкой доволен. Всем желаю тоже такой рыбалки хорошей. Чтобы у вас все было хорошо. Дома, везде, всегда. Все, мы будем потихоньку собираться. Спасибо всем. Подписывайтесь, ставьте лайки, если вам не сложно. Буду рад. Пишите комментарии, какие вопросы там. А вот, может, буду отвечать. Все, спасибо. Давайте увидимся на следующей рыбалке. Удачи, давайте. Спасибо еще раз. Все, мы собрались. Вот, погрузимся. Вещи всю машину грузим. Отрубачились. Нормально. Вот итог наш. 3 ведра. Рипуса. Ровно 200 штук специально добили. Последние 8 штук тяжело дался. Там, наверное, час, наверное, замутили. Ну, короче, замутили за 10, короче, штук добили. Ровно 10 штук здесь. Вот. Да. Твой бег, брат. Адусей Рахмет. За компанию. Хорошо отдохнули, хорошо порыбачили. Прям четко довольны. Ага. Все, вот такой итог у нас. Все собираются домой. Всего рахмет всем. Желаю вам тоже так рыбачить. И хотел насчет водоема, вот этого водоема. Очень много мусора на льду. Ребята, это мусор не оставляйте. Весь лед в мусорах, в бутылках там. Чего только нету. Блин, это как бы обидно, смотришь. Грязь, все, мусор везде заброшено. За собой забирайте свой этот мусор, короче. Все, давайте, удачи всем. И поехали. Пожелайте нам счастливого пути. Давайте.